Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд в Краснодар», на котором я вам показываю, а главное рассказываю, что же можно посмотреть и приобрести для переезда на ПМЖ в Краснодар либо в Краснодарский край в ближайших его окрестностях. Да? Напоминаю, что работаем до 60 километров вокруг Краснодара, то есть в одну, в другую сторону получается 120 километров по расстоянию. Поэтому нам точно есть, что вам предложить. И сегодня мы с вами смотрим дома Северского района. И сейчас мы находимся в поселке Ильском. Это поселок городского типа, с хорошей инфраструктурой, с наличием достаточным детских садов, школ, всего необходимого для развития детей, а также в непосредственной близости к центральной станице Северского района, к станице Северской. Вашему вниманию сегодня дом с ремонтом, площадью 100 квадратных метров в двух этажах, на земельном участке 8 соток. Я вот хочу сразу обратить ваше внимание на то, как может быть правильно расположен жилой дом. И казалось бы, здесь 8 соток, но вот по ощущениям, что здесь соток 15, потому что дом, вот участок, он такой вот вытянутой формы, да, вот у меня за спиной, и дом правильно смещен к границе участка. И получается, что вся ширина, весь обзор вот огромнейшим каким-то кажется эти 8 соток, потому что, еще раз повторюсь, правильно расположен жилой дом. По фасаду у нас забор из евроштакетника, оборудованы въездные ворота, их здесь два. Въезда, да, въезд непосредственно перед домом и въезд на земельный участок, если нужно, ну, как бывает, да, нужно насыпать, досыпать земли, нужно привести там что-то под теплицы, нужно сделать, может быть, вспахать землю, да, вот для того, чтобы большая техника могла зайти на участок, предусмотрены вторые ворота. Это, кстати, очень важно. Что касается коммуникации, к данному дому подведены центральные коммуникации, газ, свет, вода, здесь скважина 25 метров. Ну что, пойдемте смотреть сам жилой дом. Дом здесь у нас полностью кирпичный, глубина фундамента 80 сантиметров, потом идет цоколь 60 сантиметров, далее пошел строиться дом. Дом с ремонтом, пойдемте с вами посмотрим, что же у нас здесь есть. Итак, друзья, мы с вами смотрим жилой дом 2019 года постройки на земельном участке 8 соток. Жилой дом 100 квадратных метров, полностью готовый для вашего проживания. Стены уже оклеены, потолки натянуты. На полу по первому этажу лежит у нас керамогранит, в комнатах ламинат, но весь первый этаж — это теплый пол. Дом стоит на минимальном сейчас отоплении, и ну, прямо в дом вошли, и очень-очень комфортно, несмотря на то, что на улице плюс 14 градусов. Но давайте смотреть с самого начала. С левой стороны у нас расположилась бойлерная, куда заведены все необходимые коммуникации, котлы, все, что тут нужно для напряжения, для воды, вся разводка по теплому полу, все это здесь. Также предусмотрена вот такая небольшая ниша, сюда хорошо встанет шкаф для одежды. Потом прихожая, считаю, что организовано достойным образом. Далее по курсу у нас санузел. Санузел совмещен, установлена сантехника, ванна, туалет, да, хороший полотенцесушитель, поэтому здесь вам останется установить только раковину. Правильно считаю, что не установили, потому что здесь вкусовые предпочтения очень разные, бюджет, кстати, тоже очень разный, потому что все вот эти тумбы, раковины сейчас на любой вкус и на любой карман, как говорится. Далее у нас идет жилая комната. Данная комната небольшая по площади. Возможно, ее использовать как кабинет, как гостевую комнату. Комната правильной квадратной формы, площадью порядка 7-8 квадратных метров. Пойдемте посмотрим дальше. На первом этаже у нас также расположилась кухня-гостиная. Интересно поделена через вот такие вот выступы, да, здесь можно дополнительно оборудовать распашные двери, если кому-то хочется разделить и зонировать пространство, или же наоборот отделить кухню, чтобы запахи не летали, но это уже дело лично каждого. Значит, смотрите, с левой стороны у нас уже выведены все подводки необходимые, разводки под канализацию, вот они стоят, заглушечки, да, под воду, электрика, газ. Это будет рабочая стенка, рабочая зона для кухни с видом из окна прямо себе на улицу. Да? Кто приехал, кто пришел в гости, пожалуйста, все вам здесь будет на виду. И далее за зоной кухни будет зона гостиной. Вот такая обособленный кусочек. Очень даже все симпатично и приятно. Пойдемте смотреть дальше.
Значит, на первом этаже у нас расположились хозяйственные помещения, бойлерная, санузел, небольшая комната и кухня-гостиная. Также у нас есть интересное, мое любимое место, да, подлестничное пространство, которое также уже отремонтировано. Здесь осталось, ну, зашить, закрыть и сделать такой вот домик. Да, для хранения с полочками или для хранения хозинвентаря. Пойдемте посмотрим второй этаж. На второй этаж у нас ведет бетонная лестница. Правильно, да, стали сейчас делать, как вспомню раньше, деревянную, подступенки, каркас металлический. Вот прям люблю бетонные залитые конструкции, потому что ну, никогда это уже скрипеть ничего не будет. Ну, итак, друзья, мы с вами поднялись на второй этаж. На сегодняшний день здесь организована одна жилая комната, но есть возможность организовать небольшую вторую жилую комнату на втором этаже. Для этого нужно дополнительно установить одну гипсокартоновую стену, но тогда получится маленькое холловое пространство. Ну, здесь опять же на нужды вашей семьи, да, как говорится, а возможно этой площади и хватит. На втором этаже можно сделать, ну, детскую, да, такую большую, если двое деток, то здесь они комфортно разместятся полностью на втором этаже, а на первом этаже сделать спальню для себя и кухню-гостиную. В общем-то, там, где кухня-гостиная, можно ту же гостиную организовать в отдельную изолированную комнату, и будет еще одна спальня. Итак, что касается данной комнаты. Комната на втором этаже площадью порядка 12-13 квадратных метров. Комната полностью с ремонтом, подготовлена и ждет своих новых владельцев. Итак, друзья, мы с вами посмотрели жилой дом в поселке Ильском. Общей площадью 100 квадратных метров в двух этажах на земельном участке 8 соток. Стоимость данного жилого дома 5 200 000. Если понравился данный объект и хотите его посмотреть, пишите, звоните. Вам его с удовольствием покажем. Подписывайтесь на наш канал. С вами я, Екатерина Романенко.